Друзья, сейчас уже пришли на свой этаж. Мы находимся на четвертом блоке, в четвертом блоке, на втором этаже. Вот такие вот просто красивые номера. Вот это вот такой длинный коридор. У нас номер 2412. Сейчас мы его найдем. Вот здесь такой вот ковролинчик. Вот так красиво очень. Все, и сейчас мы зайдем вместе с вами в наш номер. Да, Ярослав? Да, да, да. Вот очень такой красивый, длинный коридор. Вообще все супер. Вот уже здесь у нас четные. Здесь они. Они идут просто по порядку. Вот уже наш номер 2412. Славик, давай карточку. И. Проходите. Сюда карточку втыкни. Вот. Вот туда. Вон туда, да. Вот. Свет уже включился. Ну и заходим, друзья. Вот это мы. Вот у нас тут есть сейф, холодильник. Вот уже кофе, чай, стаканчики. О-о-о! Вот это вот класс вообще. Ну, мы с мужем будем вдвоем тут жить 7 дней. У нас как будто будет медовый месяц. Да, Ярослав? Вот такой вот есть телевизор. Вот такой вот столик, где мы будем работать. Потому что, ну, мы, в принципе, без работы не можем, да? Вот здесь есть вот такие еще зеркала. Класс. Вот здесь тоже столик, ручка, все можно записать, можно позвонить в номер. И включи свет в ванной. Свет в ванной включи сейчас. Вот какой-то... А что тут за телефон? Вот какой-то еще аппарат. Прикольно. Но это мы разберемся, что это такое. Ну, какое-то такое приспособление. Ух ты, новинка. Ну, мы сейчас разберемся, что это. Вот здесь есть зеркало. Это тут вот шкаф. Ну, где мы все повесим наши вещи. Ну и вот. Ой, я люблю, конечно, эту комнату. Комната душевая. Ну, там такой там туалет, да, то есть все, что надо. Зеркало, чтобы делать макияж и приводить себя в порядок. Большое зеркало. Вот такая вот раковина. Вот все, что дает отель. Мыло, гель, шампунь, кондиционер, лосьон. Вау, класс. Тоже, ну все, салфеточки, лампочки. Полотенечко, полотенечко. И вот такая вот душевая. Вау. Очень, очень красиво. Очень красиво. Ну, вот так мы будем здесь 7 дней жить. Класс! Друзья, что хочу сказать, что, ну, все-таки нужно проходить квалификации и быть на таких конференциях, потому что это круто, это меняет ваше полностью мировоззрение, переосознание, и вы просто наслаждаетесь жизнью. Посмотрите на этого человека. Да, поэтому, друзья, ловите еще другие видосики наши, да, мы обязательно будем все вам скидывать. И до скорых встреч!